We used to be the freedom, what a life to be. God damn, you got me in a love again. Dun 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 dun. Ой, что-то прилипла мне песня новая Дуа Липы, на которой она сняла свой клипак. Какая классная песня. Прилипла, не отвисает от меня. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Саша. И добро пожаловать в мое палеточное расслабление во вторую его часть. Первую часть, если кому интересно, можете посмотреть по всплывашке здесь. Но мы, не особо затягивая, наверное, продолжим дальше расслабляться. И опять же, спойлер. Добрая часть того, что вы увидите здесь, это у меня будет отдаваться, продаваться, убираться. И буквально парочка экземпляров останется здесь в моем личное использование. Я, конечно же, объясню, почему, к чему, как и в связи с чем я пришла к такому мнению. И начинать расслабление мы будем с этой палетки от бренда Lovely. Это бюджетная марка, и я покупала это дело ради обзора в том числе, но почему-то так вышло, что в большей степени мне не очень понравилась формула, которая была здесь представлена. Что я хочу сказать? Румяна классные, они в меру пигментированные, сияющие, вот все, что я в последнее время люблю и ценю в румянах. Но проблема в том, что они крайне нестойкие и пипец какие пылящие. Если говорить про хайлайтер, это жемчужина красивая, но проблема в том, что она нестойкая на мне. Это большой вопрос. И со скульптором у меня сложности, потому что это дело на мне почему-то уходит в какую-то зеленцу. Вы знаете, у Ламель недавно вышел как раз скульптор в стике, и у многим девочкам, у кого более светлая кожа, нравится. Но у меня, видимо, по тон кожи настолько темный, я не знаю, как это даже сформулировать. Ну, я бы не сказала, что он какой-то у меня темный, но желтоватая нотка определенно в нем есть. И, видимо, мне нужны какие-то скульпторы с более рыжей как раз-таки нотой в себе. А где нота более такая болотная, зеленоватая, мне это подходит очень-очень плохо. Поэтому все-таки к этой палетке у меня есть большая доля вопросов, поэтому буду от нее избавляться. Думаю, за какую-нибудь символическую сумму я ее отдам, потому что, в принципе, подрастающему поколению юной барышни, там лет, наверное, 12-13, да-да-да, вы не ослышались, действительно, юные сейчас красить начинают чуть пораньше. Может быть, она ей как раз-таки понравится, поэтому буду отдавать, продавать. Следующая палетка, которую мы видим здесь, это у нас новинка от бренда Vivienne Sablon, Fleur du Soleil, это их последняя. Последний их выпуск, крайний их выпуск, и туда вошла вот такая вот красивая рыженькая палеточка и палетка с красивым синим рефилом. Я решила взять себе такую, но, знаете, вот я как раз недавно снимала обзор на эту палетку и скажу так, что несмотря на то, что гамма мне дико нравится и очень нравится, как это лежит на моем типаже внешности, к сожалению, вот эти два оттенка меня дико бесят тем, что они вот, они запекаются, они замыливаются, они с трудом набираются. Это, ну, прям вообще не то, что я люблю. И это еще на руку как-то наносится неплохо. Так-то реально, если с ними работать, нужно прям, ну, нормально так усилий прилагать. Два оттенка вот этих вот, они максимально беспроблемные. Очень классный сатин такой, рыже-коричневый и классический молочный, матовый, тоже очень хорошая формула. Мне нравятся эти два оттенка. Да и вообще гамма мне дико нравится. Но вот из-за того, что вот эти вот два цвета привносят изрядную долю бубнов в мою жизнь, ну как-то, блин, нет, ребят. Я поищу, поскребу по сусекам, найду у себя что-то похожее, но, к сожалению, нет. Если бы формула была бы здесь лучше, а не та полулепешечная, как вот у Худы была в юнионных палетках, я полагаю, что я бы ее себе оставила бы. И оставила бы, ну, процентов 95 из 100. Но из-за того, что я недовольна этими двумя рефилами, получается, что и по факту пользоваться я и буду не особо. Ну, и если так говорить, то вот такая вот лаконичная, летняя, простецкая палетка, которая вот one to go, взял, накрасился в два взмаха, все красиво, все классно. Для меня это палетка от Benefit. Вот эта вот палетка, мне кажется, я ее уже показывала и не раз здесь на канале. Мне очень нравится ее комбинация, ее цвета. Классная палетка, офигенная. Тоже вот некоторые оттенки в ней пересекаются с Fleur du Soleil, но при этом намного легче в работе это все. Ну и для кучи тут есть и помады, и румяна, то есть вообще полный джентльменский набор. Но это вообще палетка у меня
которая прошла со мной сквозь, ну, год, и она мне прям нравится. И вот я бы прямо ее советовала, если вы куда-то собираетесь на отдых, на отпуск, не хотите запариваться с макияжем, но хочется вот что-то такое минимальное наносить, то вот это прям оно-оно. А вот с этим все же пободаться придется. Поэтому буду тоже символическую плату какую-нибудь отдавать тоже. Кто хотел бы попробовать разнообразие ради, но при этом покупать за полную стоимость не хочет. И я понимаю, собственно, почему. Потому что все-таки для такого качества, как по мне, все-таки эта палетка, ну, дороговата по стоимости, чисто так субъективно. Субъективно, потому что есть у меня в коллекции тени, которые наиболее, которые дешевле и которые лучше. Опять же, не имея таковых, конечно же, я бы сказала по-другому. Но у меня есть удачные примеры. Следом за ней идет ее сестрица Fleur du Soleil, палетка для лица. Здесь у нас собрано два хайлайтера, более жемчужный и более золотистый, и очень интересный бронзер. И вот здесь как раз-таки все совпало у меня прям лучшим образом. Бронзер в более теплинку такую хорошую уходит, и хайлайтеры тоже очень симпатичные. Также палетка мне понравилась тем, что она, ну, реально очень круто подходит в качестве такого travel-формата. Ей можно накрасить как глаза, так и лицо, то есть все при ней. Единственное, что мне не очень нравится, то что мне бы сюда румяна, как бы, но я, в принципе, человек румяна, поэтому, ну, понятно, почему я, как бы, их бы хотела здесь видеть в большей степени, поэтому понять меня можно. Но палетка классная, и вот знаете, я прям рада, что она у меня есть, несмотря на то, что золотистый, я в большей степени все-таки склонна использовать как тени для век, нежели чем как хайлайтер, но я все равно в большей мере очень-очень довольна этой покупкой. Причем самая ржака в том, что я ее покупать не хотела, я первым делом купила вот эту и разочаровалась, а вот эту я не хотела покупать и купила, и она мне понравилась. Так что это дело я оставляю. Будет это дело у меня в коллекции, конечно же, и тревел-вариантом. Следующая по списку, по порядку у нас идет Urban Decay Stoned Vibes Mini. Классная палетка. И, знаете, вот я даже делала на нее обзор. У нее есть и зеркало, кстати, удобное. Вообще она очень такая приятная. Мне она нравится. У нее есть и зеркало, она сама по себе даже приятная. Момент, который меня в ней напрягает, это то, что самый темный оттенок плохо тушуется и залипает. То есть, по факту, если вы не любите тяжелые мейки и активное затемнение внешнего уголка, она вам подойдет идеально. Идеально. Ну, хотя тут еще момент такой, что сияшки в этой палетке, они суховатые такие, и далеко не все могут быть ими довольны. Но я была довольна. Они мне прям так классно подошли, и причем они такие клевые, если их смешивать на веки, вот, ближе ко внутреннему углу, например, какой-нибудь более темный, к внешнему более светлый. Они так классно смотрятся, прям магия. Волшебная палетка, мне она очень нравится. И знаете, я бы ее точно себе оставила бы, если бы у меня не было бы большой палетки мамы Stoned Vibes, которая большая. И вот тут я себе ставлю точно, совершенно точно. А вот от этой буду избавляться, буду выставлять ее на продажу. Она реально классная, прям вот очень милая. Но у меня есть большая мама Stoned Vibes, поэтому с этой мне нужно будет распрощаться. Немножечко про Lovely. Это я покупала, как вы помните, хайлайтер. Но хайлайтер мне не понравился, потому что он крайне нестойкий, да еще и суховатый. Очень красивое тиснение, такое вдохновленное немножко колор-попом. Но несмотря на то, что свечение классное, все вроде прикольно в нем. Но вот, не знаю, меня стойкость, конечно, очень смущает. Какой-нибудь юной барышне это подошло бы, скорее всего. Я люблю более стойкое, тем более у меня кожа комбинированного типа. На мне крайне плохо. На мне мало что держится хорошо, поэтому я буду это дело тоже куда-нибудь девать. Да, вы не услышались, тут палетка La Mer Your Secret. Та самая, которая была одной из самых-самых первых на моем канале, на которой я делала обзор. Хорошая палетка. Меня смущает в ней только вот, по сути, два, точнее, ну,
ну, 2,5 рефила, я бы сказала. Вот это вот золото, которое фигово набирается. И вот это вот rose gold, которое тоже фигово набирается. Навек это все крайне сложно наносится. Это вообще надо... Как надо было создавать блестяшки золотые? Как? Чтобы эта фигня была настолько сложная в работе. Это какой-то кошмар. И вот этот вот момент меня тоже смущает. Вот этот вот лунный камень. Блин, это просто кошмар. Это, ну, набирается фигово и просто какой-то ужас. Но... Вообще, если так говорить, мне в палетке нравились вот этот оттенок, этот и этот. И с матовыми проблем тут просто по нулям было, поэтому такая очень пограничная палетка. Если бы вот эти вот три оттенка были по качеству фиговыми, просто сразу бы в мусор бы я это дело выбросила бы, как склонна уже выбросить несчастную палетку от Stellae, которая Golden Girl, которая меня бесит неимоверно. Но вот это, конечно, нет. Вот эти рефилы изрядно так ее вытаскивают в моих глазах. Поэтому я ее буду, скорее всего, за символические деньги какие-нибудь отдавать. Просто потому, что ее теперь не купить. А я знаю, есть люди, кто очень хотел ее попробовать. Поэтому я все-таки ее склонна отдавать, продавать. Тем более у меня подобные оттенки даже в лучшей формуле есть в Sparkling Bernovich. Так что я понимаю объективно, что она мне не очень нужна, и пользоваться я ее особо даже не буду. Следом хочу показать вот этот вот продукт, который называется Cherry on the Cake от L'Oréal. И это могло бы быть любовь, если это было бы любовь. Это очень странное средство на самом деле. Если так смотреть по свотчам, тут получается, что румяна очень похожи на Dandelion от Benefit, но вот какие-то еще более прозрачные, еще более нежные, тонкие. А бронзер тут слишком рыжеват. Не знаю, такая двушка вроде прикольно была бы в качестве какой-нибудь там travel-версии, типа One The Go макияж, но не знаю, как-то вот что-то не цепляет. Плюс упаковка... Очень какая-то дешевая у этого средства. Меня это немножечко напрягает. Так что, несмотря на то, что продукт у меня не вызывает каких-либо нареканий, также он не вызывает у меня между делом и каких-либо положительных эмоций. Супер положительных. Поэтому я буду тоже его за какие-то символические деньги продавать, потому что я уверена, что кому-то это понравится, это интересно, тем более он у нас еще пока в стране недоступен к продаже, так что кому-то это явно будет интересно, я полагаю, поэтому почему бы и нет. Следом за ней идут две палетки от iHeart Revolution. Очень неплохие в своем качестве палетки, но, к сожалению, мне понравилось качество лишь матовых. С сияющими возникли вопросы, причем да такие чисто субъективные вопросы, просто потому что они мне немножечко кукожат века, и оно не выглядит таким прям лощеным и гладким, как я привыкла. Но я привыкла больше вот к текстурам Деноны, там, Анастасии. И крайне редко встречаю прям классную текстуру в масс-маркете. Хотя вот у Вивьен Сабо как-то выходила палетка Полинезия. И мне прям очень понравились оттуда оттенки. И вообще прям шикарный палетос был. Но вот здесь у меня возникли некие вопросы. Вот все хорошо с ней, но это дело прям вот такими вот крошками, прям вот лепешечками выглядит. Это неплохо. Но вот как бы такая формула склонна больше жевать века. Фокусируйся. Вот. Они классные, прям очень крутые, но мне они как-то не понравились, не прижились. Но это чисто субъективный параметр, потому что, ну, я реально понимаю головой, что эти палетки очень быстро найдут своего счастливого обладателя, поэтому я их буду выставлять на продажу, конечно же. Но палетки классные. Просто у меня с ними не сложились отношения. Все-таки от шиммеров ожидала кое-чего большего. Не знаю. Но, в принципе, есть у меня на примете одна палетка от Makeup Obsessions, которая должна, наверное, стать как раз-таки маленькой жемчужинкой в моей картотеке, в моей коллекции палеток теней. Поэтому все-таки с этими мне немножко не по пути. Я уверена, что они найдут своего прекрасного обладателя, кто будет получать огромное удовольствие, когда будет использовать их. Но это буду точно не я. Следующая палетка на кону – это Медуза от Ламель. Сразу скажу, что я ее хочу продавать, потому что она мне не нравится. Не нравится она мне тем, что этот оттенок на мне скатывается, и неважно, зафиксирована база, не зафиксирована, все равно это все скатается. Вот эти вот глиттеры очень грубые и колючие, я их на глаза даже наносить боюсь, потому что они мне, блин, реально колят лицо, когда я пробовала их на скулы наносить. И по факту выходит, что палетка, ну, как бы без трех рефилов, да, и только одна сияшка.
Классная, кстати, сияшка. Вот реально классная. Но как бы на одной сияшке, ну, не уедешь так. Хотя, в принципе, она очень неплохо так вывозит вариатин из палетки. Так что я полагаю, что, ну, как бы она действительно имеет место быть, имеет право на жизнь. Но вместе с тем мне не очень нравится качество матовых здесь, именно ярких матовых, особенно вот красный, розовый. Какие-то они все же бледноватые. Но знаете, я, наверное, просто человек такой, который немножко заелся. Я пользуюсь нарвинами, я их очень-очень люблю. Они, вот многие говорят, что в нарвинах это пигменты прессованные. На самом деле это не совсем так. Для меня это некая такая вольная вариация на тему пигмента и высокопигментированных теней. Некий симбиоз такой классный, удачный. Поэтому с тенями от нарвины у меня проблем вообще нет. Я очень люблю ее пигментацию, поэтому нарвина меня избаловала. Эту штуку я буду продавать за символические деньги. Меня она прям не радует. Хотя вот если в защиту Ламель говорить, я у Ламель люблю, вот неоновая палетка мне нравится. И если вы недавно смотрели мою распаковку, вот кликайте сюда, смотрите, то я купила еще две неоновые палетки из последнего их запуска, и я возлагаю колоссальные надежды на них. Ну, если первый запуск неонов был классный, то явно и второй тоже не должен подкачать. Ну, судя по сводчему, и нереально не подкачал. Так что у Ламель для меня есть очень годные продукты, это их неоновые палетки, но таковым продуктом для меня, увы, не стала Медуза. Следующий лот – это у нас Miss Fairy Tail от Beauty Bomb. Классная палетка, мне она нравится. И, кстати говоря, вот здесь вот глиттер намного более мягкий и пригодный для жизни, и пригодный для использования на веках в том числе, в отличие от того глиттера, который у нас представлен в палетке Медуза. Вот его прям было не страшно носить и комфортно было носить. Мне палетка нравится, но она очень нежная такая, зефирная, девчачья. Многие ее как раз за это и ругали, я ее ругать за это не буду, она классная. Но проблема в том, что я понимаю, что какая бы она милая и клевая ни была, я, наверное, вряд ли все-таки буду ей пользоваться так часто, как бы я того хотела. Подобные оттенки у меня есть в других палетках, они ничуть не хуже, даже получше качеством, поэтому я думаю, я буду тоже, в конце концов, и от этой избавляться. Тем более, тот, кто хотел попробовать Miss Fairy Tail за какие-то копейки, да, потыкать в нее кистью, попробовать рефилы на ощупь, но не успел или не захотел, тем более палетка почти косарь стоит, то можно, в принципе, купить ее вот с рук за чисто символические деньги, попробовать вообще тени Beauty Bomb и понять для себя, насколько они могут нравиться или не нравиться. Хотя вот Miss Fairy Tail мне действительно очень понравилась, очень классная палетка. Если бы у меня была бы дочка, я бы, конечно же, эту палетку оставила бы для дочки. Но так как у меня нет дочек, а заловки мои более старшие, барышни постарше, и пользуются они и другими тенями, я все-таки буду продавать это дело. И у нас здесь последние два лота. Сразу говорю, что по доброй традиции я вот эти вот буду оставлять. Чисто покажу, что вот, казалось бы, такая обычная сборка, но насколько же она хороша и крута. Я прям в восторге от этой палетки. BH Cosmetics. Очень люблю BH Cosmetics за их невероятное качество матовых и сияющих текстур. Обожаю. Эта палетка у меня как раз-таки вот некий такой, наверное, замена вот этому, да. То есть здесь все хорошо, но немножечко так бледновато и чуть-чуть однобокенько. А здесь более вариативно и по размеру также, и по качеству, ну, как бы чуть покруче, как по мне. Поэтому повторюсь еще раз, можете присмотреться к этой палетке и к некоторым другим от BH Cosmetics. У них качество очень-очень недурное. Кому интересен более подробный обзор на эту палетку и мои макияжи с ней, смотрите вот здесь вот, по всплывашечке. Очень клевая палетка. Вот какая бы она там бюджетная и простая ни была, она цепляет. И я ее оставлю себе, конечно же. И палетка смущения, вопросы, возмущения и просто целая буря эмоций. Это Garden Variety от Colourpop. Это просто вот мне тут уже и ребенок попортил. И, короче, тут вообще все что угодно случилось с ней, но, блин, я не могу от нее отказаться. Вот как бы я ее не ненавидела, но она очень классная. Особенно вот эти вот оттенки, которые здесь, они такие полутоперы, полушиммеры. И матовые здесь очень классные. Я, короче, не знаю, что мне
с ней делать, потому что она очень красивая, но, во-первых, да, она замарывается. Мне постоянно приходится отстирать стиральной резинкой вот это вот все безобразие. Ой, я люблю эту сборку. Она реально украшает мой тип внешности. Ложится хорошо, но оттенки, вот эти вот дичайшие секвины, которые просто к фигам все осыпается под глаза, это бесит, просто пипец как бесит. И вот этот вот оттенок, который в центре, это такая сухая фигня. Я не могу, я прям так расстроена им. У меня к ней есть вопросы, причем прям ворох больших вопросов, и я прям пипец не могу. Но я понимаю, что все-таки вот эта вариативность ее настолько хорошая, и она в работе настолько маневренная и удачная, что я просто не могу от нее отказаться. Обзор на нее более детальный смотрите здесь, и на некоторые продукты этого запуска от ColourPop там также я говорю. Так что не знаю, вот сейчас на скидке выходит, я бы по скидке могла бы вам посоветовать присмотреться. Без скидки ни за что на свете. И если вы хотите начать свое знакомство с какими-либо тенями ColourPop, ни в коем случае не покупайте эту палетку, потому что впечатление будет изрядно подпорчено. Но, блин, это прям буря эмоций, не знаю. Но я все равно ее буду себе оставлять, потому что в случае чего я знаю, что я смогу на нее положиться и красиво накраситься легко и пойти. Так что по сухому остатку вот это все дело я буду оставлять. И вот это вот все дело я буду продавать, отдавать. Вот это все, вот это дело. Но я бы не сказала, что это все что-то такое посредственное, плохое, странное, нет. Я бы, знаете, даже подметила, что в большей степени вот в этой вот второй части здесь сконцентрирована больше квинтэссенция рабочих и классных палеток. В то время как в первой части все-таки, ну, их, на мой взгляд, чуточку-чуточку поменьше для меня собралось. То есть это, в принципе, для меня очень даже жизнеспособные палетки теней и также продукты для лица. Просто они, ну, не получили у меня столь положительного отклика, как я того хотела, чтобы мне бы прям хотелось бы иметь их у себя в коллекции и иногда хотя бы краситься ими. Я думаю, через месяца 3-4 я сделаю еще одно, просто потому что у меня к тому времени накопятся еще палетки, которые мне будут банально не нужны. Я некоторые покупаю на пробу для сравнения, чтобы понять, где, что и как. Я на самом деле начинаю понимать, что все-таки в бюджетном сегменте далеко не всегда встречается настолько невероятное качество, как хотелось бы того видеть. Но, поверьте мне, жемчужинки встречаются везде. Поэтому я буду дальше искать и сравнивать, и смотреть. Но, безусловно, буду дальше снимать подобные ролики из этого цикла, просто пока поднакоплю, так сказать, материала. И подошло к концу мое палеточное расхламление номер 2. Я надеюсь, я немножко развлекла вас сегодня и рассказала некоторые ключевые моменты и свои эмоции по поводу каждого экземпляра, который здесь у меня засветился. Если я стала для вас хотя бы чуть-чуть полезна, чуть-чуть наглядно или же информативно, ну или просто сумела развлечь вас все-таки в этот день, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и я буду рада увидеть вас снова у себя в комментариях. А увидимся с вами мы, как всегда, через 2 дня на 3-й, опять. И это будет явно что-то очень интересное и прикольное. С вами была Саша, и до новых встреч. Всем пока-пока!